Вы что, забыли слова нашего президента о новых мерах борьбы с коррупцией? У нас госзаказ на весь департамент. Ты меня поняла? Дорогая, давай потом, а? Ну, Таш, ну что ты, ну ведь это же всего 5 минут. Ну, потом праздники, ну. Вот именно, сейчас начнется. Слушай, ну завтра праздник, сегодня сокращенный день. Ну, у меня дочка, наверное, последняя уже в садике осталась. Наташка, 5 минут, ну. Этот хмырь ее вообще перестал забирать. До развода не спешила, а сейчас вообще ничего не делаю. Я понимаю, это уже развелась, а ипотека на ней записана. Ну, вот теперь помогаю. Ну, ладно, ладно, пусть будет розовый. Так, а скажи, вот нас 75 человек будет. Сколько они сказали, это будет стоить? Сколько? Зай, слушай, а может мы твою двоюродную бабушку не будем приглашать, а? Она старенькая, там шумно будет. Подождите, мы на диагностике же говорили, что дешевле будет. Что? Какую еще палку погнила? А, палку. Подождите, не спешите, я запишу. Погнула палку, оторвала рычаг подвески. Татьяна Андреевна, что это? Пожарный... Извещатель. А как он, простите, должен извещать, если у него проводов не подключено? Я как чувствовала? Нет, я захожу в кладовку. Там, значит, электрики накурили. Да ты что? На улицу неохота выходить, там похолодало, и они надымили так, что глаза щипят. А сигнала на дым нет. Я вот этот подцепил... И он упал, потому что проводов никаких не подсоединено. Выбило мост? Постойте, ну авария же не на мосту была. А, в машине мост. Ходовая часть. Нет, и что вы думаете? Я проверяю второй, третий, четвертый. И оказывается, что это все муляжи! Куда мотор ушел? Ах, в салон ушел? Ну да, так просто взял и ушел. Вань, родной, ну что ты от меня-то хочешь? Я всего лишь бухгалтер. Главный бухгалтер, а я всего лишь у вас хочу спросить, как же вы акт приема и сдачи принимали и подписывали, если у нас противопожарная система всего здания не существует? Ванечка, это очень серьезное дело. Был госзаказ, торги, аукционы, котировки. И все это дело, как обычно, вел отдел закупок. Дорогие мои, мне надо бежать. Садик прямо сейчас закрывается. Наташа, а ведь проект установки сигнализации обошелся департаменту, кажется, в 2 миллиона? 2 миллиона 75 тысяч. За установку муляжей. Нет, все же было как обычно. Были торги. Или что, фирму специально нашли, где не знают, что нужно провода подсоединять? Все было сделано в соответствии с техническим заданием, которое я получила от... главного инженера. Зай, слушай, а вот сводная сестра твоей мамы с 3 детьми, они же даже почти не родственники. Подумай, им через всю страну уехать. У меня свадьба через 2 недели. Муся, меня к шефу зовут, перезвоню. Что, вы не знаете, как это делается? Чтобы в конкурсе победила нужная фирма, она должна внедрить в свою заявку оговоренные с нами грамматические ошибки. Ну или меняет цвет заголовка своей заявки, или шрифт. И мы обоснованно, с большим трудом, отсеиваем остальные,
и выбираем нужную заявку. И в результате выясняется, что выбора-то и нет. И в итоге получаем правильную фирму. Что, вы спросите, что это за фирма? А ну, шеф тогда был в отпуске. И Катя, как заместитель, все подписывала. Что Сергей Николаевич сказал, я то и подписала. Что сказал подписать, то и подписала, Сергей Николаевич, Серёжа! Техническое задание выполнили? Выполнили. Аукцион провели? Провели. Акты подписаны? Подписаны. Ванечка, вот эта сигнализация с проводами стоит 3 миллиона. Без проводов – 2. Государственный бюджет. Экономить надо. Ты же, как ответственный за пожарную безопасность, принимал работу? Принимал. Так они один извещатель всего проверили. Ну и правильно. Дядя сказал проверить, ты проверил. Ну и действительно, как бы мы за одну установленную неделю все это сделали? Да? Не успели бы. А вот так успели. Отчеты сданы. Бюджет освоен. Начальство довольно. Ты работы принимал, документы подписал, поэтому пойди и прилепи на место. Я пошел к дяде. Ваня! Кать, ты ему 100 000 не отдала, что ли? Простите, я не успела. Вы же знаете, я за городом живу, до работы долго добираться. Я машину, наконец, в кредит, а на каско мне не хватило. Немножечко. Всего 100 000. Да нет же, на каско мне не хватило, и там еще ремонт. И ремонт обошелся. А пока... Мне родители обещали помочь. Я только на недельку. На недельку только. Сел! Вы что, совсем что ли охренели, а? У нас госзаказ на весь департамент. Установка противопожарной сигнализации в центре города. Это мы барами. Вы что? Забыли слова нашего президента о новых мерах борьбы с коррупцией? Аукцион не могут провести специалисты хреновые! Вы что, под суд захотели всей компании, а? Чтоб сегодня ему 100 штук отдала, ты меня поняла? Повесь на место, Спайдермен Хакуев. А у кого-нибудь есть скотч? Они и так идут хорошо, хорошо. Без себя идут хорошо, хорошо. Без себя идут хорошо, хорошо. Без себя. Мои дела. Они и так идут хорошо, хорошо. Без себя идут хорошо, хорошо. Без себя идут хорошо, хорошо. Зайки со мной, когда я здесь. Я иду голый по пляжу и на мне только тапки и лучшие тряпки. Я ловлю кайф на любом этапе. Я иду, я люблю яркость этих видов.
жесткие факты против нас. Все в порядке, отстань, напомни, за что там пороса. Остав у каждого из нас есть шанс набрать массу сразу, но в итоге результат будет разным. Печаль — это как руспи на постановке. Если ты остался потом, главное пойми одно. Есть мои дела, они и так идут хорошо, хорошо. Без себя идут хорошо, хорошо. Без себя идут хорошо, хорошо. Есть мои дела, они и так идут хорошо, хорошо. Без себя идут хорошо, хорошо. Без себя идут хорошо, хорошо. Без себя, без себя.